Основная задача, да, в воздухе раскрыться, закрыться, локоть назад, локоть вперед, движение кисть, агрессивное, фу, в конце, пошли. С шага, левая ножка впереди, чуть-чуть можно ближе, чуть-чуть. Отлично, поехали. Опоздал, еще раньше нужно. Мощно опоздал. Ничего страшного, поехали. Сейчас привыкнешь, подобьешь к этому времени. Подожди, я его ловлю или не любил? Бьешь шагом. Поехали. Вот теперь постарайся сделать движение руками только назад. Вперед вообще да, не да, повисит. Я... Поехали. Хорошо, молодец. Браво. Отлично. Стой. Не торопись, не суетись. Быстрее. Быстрее, как я говорю, это значит быстрее сбить его нужно. Поехали. Я чуть-чуть кинул широко. Пошли. Пойдет немного на отвале, пойдет. Да. Вот смотри, такой момент тоже. Ты немного боишься опоздать. Да? И ты начинаешь, я еще не делал, а ты уже начинаешь горцевать. Спокойно. Поехали, ближе чуть-чуть. Ближе чуть-чуть, поехали. Быстрее! Чуть-чуть опоздал. Попал кистью, хлёст, вот это движение, вот это сохраняй. Быстрее! Пойдет. Отваливаешься чуть-чуть, да. Не наваливаешься на него вперед, потому что, скорее всего, близко к нему выходишь. Более или менее, кистью не попало, ничего страшного, более или менее. Основная задача, да, в прыжке? Раскрыться, закрыться. Вот это движение нужно научиться именно координационно, оно очень сложно. Раскрылся, закрылся. Быстрее. Опоздал. Быстрее. Если не попал. Здесь мячик. Старайся руку выпрямить, не забывай. Руку выпрямляешь на мяче. Максимальной верхней точке, да, его стараешься сбить? Пошли. Говори. Пропустил его за спину? Просто и все, рано пошел, поэтому пропустил его.